Ян Блахович, чемпион, приветствую тебя, мои поздравления. Скажи, как по-твоему прошел поединок? Изи тебя чем-то удивил сегодня? Спасибо. Честно говоря, я думал, он будет побыстрее, но не будет бить так сильно. А оказалось, что он был медленнее, но удары были достаточно тяжелыми. Как ты решил прийти к тейкдаунам? Ведь там ты его легко контролировал. Я знал, что смогу перевести его. И все знают, что его борьба хуже моей. И я просто выжидал момент, не торопился с этим, знал, что смогу использовать борьбу, когда это станет необходимо. Что бы ты изменил в бою? Мне нужно было больше боксировать, оказывать больше давления, больше использовать джеб. В общем, больше бокса. Сейчас Гловер Тейшейра претендент номер один. Хотел бы подраться с ним? Конечно. Он главный претендент, он заслужил бой за пояс и будет большой честью разделить с ним октагон. И я хотел бы сделать это как можно скорее, пока он в хорошей форме. Но в любом случае, сейчас мне нужно немного отдохнуть, восстановиться и побыть с семьей. Как считаешь, эта победа для тебя важна? Я бы хотел его финишировать, тогда было бы лучше. Но в любом случае, я побил одного из лучших бойцов Pound for Pound в мире, и теперь я сам один из лучших в мире. Сейчас я настоящий чемпион и заслуживаю уважения. Ты был и есть настоящий чемп. Поздравляю тебя с защитой титула. Ян Блахович, дамы и господа. Обзоры на остальные бои, как всегда, по ссылке в описании. Обязательно пиши в комментах свое мнение о прошедшем турнире. А уже в эту пятницу будет турнир ACA 119. И обзор на него будет, как всегда, у нас на канале. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Это канал It's Time, я Иван Неумин, будь здоров.